Всем привет! Добро пожаловать на футбол. Мы с вами в Астрахани. Это стадион Центральный, где сегодня пройдет матч 26-го тура МЛБ первой лиги. Местный Волгарь играет против казанского Рубина. Игра началась, и давайте мы с вами перейдем к разговору про стартовые составы команд. Один человек в стенке — это Илья Самошников. Заброс вот такой на дальнюю. Здесь скидка опасна. И Мартынович. Александр Мартынович все-таки первым. И угловой в итоге для Рубина. Подача на Биулина. И вот он, удар в створ ворот. Повтор. Предыдущего стандарта смотрим. Грицаенко. Ну, вот тоже не очень акцентированно, да, удалось попасть по этому мячу. Давайте еще раз смотреть. По-моему, даже не головой, а как-то плечом, что ли. Алексей Самошников сейчас в атаке. И вот такой удар. Вот, пожалуйста, Илья Самошников. И вот с этого ракурса будет еще лучше нам видно. И можно в деталях разглядеть и прыжок тоже Олега Смирнова. Классная работа голкипера Волгаря. Еще были в казанском Рубине. Сарукян. Посмотрите, какая передача. Опасно! Не попадает в ворота Данил Липовой. Вот это пас Валерия Царукяна. Господи, можно сейчас прямо было выносить ему золотой мяч. Просто-напросто не попал Липовой в ворота Юрия Дзюпина уже в пустые. Смотрите, что за пас, Валерий Царукян. И из-под Мартыновича, да, понятно, что здесь Дзюпин вылетал уже. В прошлом туре против Филиса не играл. Подача Самошникова. Опасно! Вот, пожалуйста, и вышел Михаил Костюков. Тут же момент, Это Кабутов, да, прошу прощения. Не могу привыкнуть, что Самошников налево ушел. Кабутов. Вот сейчас Сарукян бросает по флангу. И подача, и удар, штанга выручает Рубин. Ткачук снова, посмотрите, посмотрел. Снова посмотрел и в адрес отдал. Вратарь выполняет вот этот заброс на чужую половину. И Василий Казарцев дает финальный свисток. Кабутов продолжает разговаривать с Качуком. Это связано, наверное, с их столкновением, которое произошло минутой ранее. Ну, а мы давайте закругляться. Да, отметим, что Рубин в очередной уже в четвертом туре подряд играет в ничью.